Рабочая поездка главы региона началась с Степно-Ишимской опытной станции. Здесь выращивают элитные семена зерновых и масличных культур, которые известны далеко за пределами региона. В этом году посевная площадь хозяйства 18 399 гектаров. Из них более 12 тысяч – пшеница. На сегодняшний день засеяно порядка 30%. Активно применяются минеральные удобрения, идет химическая глифосатная обработка. Работают 7 посевных комплексов. Трудятся в 3 смены, обеспеченность ГСМ – 100%. Государство субсидирует все средства защиты растений, то есть все пестициды, гербициды, инсектициды, фунгициды, да, субсидируются минеральные удобрения. Уже по препаратам, по предпосевным химическим препаратам мы подали на субсидии, на минеральные удобрения подали на субсидии, значит, вот в ближайшее время ждем уже поступления средств, значит, это очень серьезная поддержка. В прошлом году хозяйство района внесли около 5000 тонн удобрений. В этом году цифра должна быть в разы больше. Такую задачу поставил перед аграриями глава региона. По итогам прошлого года объем произведенной продукции сельского хозяйства составил 779 миллиардов тенге. Мы по объему вышли на второе место в республике. Я смотрю, в прошлом году 6 тысяч тонн Таньшинский район внес удобрений. В этом году как минимум 22 тысячи вы должны внести. Как отметил Аким области, определенная работа идет и по обновлению машино-тракторного парка. Планируется собрать до предстоящей уборочной кампании около 100 новых комбайнов класс, а также тракторов и сеялок фирмы «Хорш». До 52% государство субсидирует на приобретение этой высококлассной техники. Взамен на высокую урожайность. Как подчеркнул Кумар Аксакалов, одна из первостепенных задач – переработка полученного урожая. В скором времени в Северо-Казахстанской области запустят новый проект – маслоэкстракционный завод. Объем переработки – 317 тысяч тонн. Банк развития Казахстана одобрил данный проект. Сумма 15 миллиардов тенге завода. Банк развития Казахстана дает кредиты маслоделу. И на территории маслодела мы через недельку, 10 дней будем забивать первые сваи. Товарищество «Астым-Стем» также не нуждается в особом представлении. Это одно из передовых хозяйств района и региона в целом. Общая площадь посевов 13 тысяч гектаров. Основной упор хозяйства делает сегодня на поливное овощеводство. Все в обороте на сегодняшний день 314 гектаров картофеля. Чтобы получить хороший результат, аграрии реализуют ноу-хау. Это цифровые поливные машины фронтального типа. Более того, мы эти машины приблизили максимально к искусственному интеллекту. То есть они будут управляться все через смартфон. Оператор или там, скажем, руководитель проекта будет все это видеть, контролировать и иметь возможность реального вылива. Будут стоять несколько метеостанций, которые будут связаны со всеми метеостанциями мира. Глава региона отметил, что овощеводство наряду с другими видами растениеводства очень прибыльное дело и посоветовал всем хозяйствам заняться этим направлением. Во время рабочей поездки глава региона ознакомился со строительством свиноводческого комплекса. Объем инвестиций 5 миллиардов тенге. Строительство близится к завершению. Комплекс запустят в августе. В октябре прошлого года завезли 200 голов крупной белой породы ландрас. Кроме того, товарищество AMC «Агро» планирует начать строительство третьего комплекса, тем самым увеличив количество поголовья. Аким области также ознакомился с проектом строительства новой школы на 120 мест. У нас в планах 16 школ надо построить нам. 16 школ. Еще одну школу мы начнем в этом году в Петропавловске на 1200 мест. Школы нужны. Всего за последние два года в регионе капитально отремонтировано 250 образовательных учреждений. На эти цели выделено 10 миллиардов тенге. Первый летний сезон в детском оздоровительном лагере стартует уже в июне. Таких сезонов будет 5, в каждом по 10 дней. Всего в 12 лагерях области отдохнут более 7 тысяч детей, 3 тысячи из которых представители социально уязвимых слоев населения. На бесплатный отдых для этих ребят из бюджета потратят около 80 миллионов тенге. Для остальных же путевка обойдется от 18 до 38 тысяч тенге. Обязательное условие – сдача ПЦР-теста. Сотрудники детских лагерей будут допущены только при наличии паспорта вакцинации. Моральный и физический износ лагерей составляет 100%. Все они были открыты в 50-е, 70-е годы прошлого века. Они на самом деле, конечно же, требуют более
современных требований, и вопросы безопасности и комфорта на сегодняшний день стоят перед нами. Также сроки пребывания детей в оздоровительных лагерях составляют практически всего 2-2,5 месяца, в связи с чем возникают трудности по передаче в доверительное управление. Лагеря требуют больших капиталовложений, являются экономически непривлекательными. У нас есть хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества с доверительными управляющими. Инвестор берет лагерь, инвестирует, создает лучшую инфраструктуру и таким образом перезапускает его работу. Например, вот городские лагеря «Достык» и «Аккаим». Два лагеря инвестор вложил порядка 100 миллионов тенге в развитие инфраструктуры в эти два лагеря. Работу в этом направлении необходимо продолжить. Организовать в летний период и работу культурно-спортивных центров поручил глава региона Кумар Аксакалов. Как проинформировал руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов, в период каникул в области будут действовать 27 детско-юношеских спортивных школ. Планируется организовать спортивные мероприятия для ребят, не вовлеченных в постоянное занятие физической культурой. Создать больше бесплатных досуговых кружков для детей – еще одно поручение главы региона. А подготовке к купальному сезону рассказал начальник департамента ДЧС. В области всего 48 мест, пригодных для купания. Несмотря на прошлогоднюю критику в адрес арендаторов мест массового отдыха, организация безопасности отдыхающих в ряде разрешенных мест отдыха на воде оставляет желать лучшего. К примеру, если отдельные собственники и арендаторы принимают меры в части оборудования спасательного поста и привлечения добровольных спасателей, то большинство арендаторов игнорируют эти требования. Официальные пляжи отсутствуют в Акжарском, Аккаинском, Жамбылском, Макжана-Жумабаева, Таньшинском и Тимирязевском районах. Официальные пляжи отсутствуют. Но вместе с тем люди отдыхают же на водоемах, купаются в так называемых несанкционированных, неорганизованных пляжах. Поэтому здесь нужно усилить акимам районов контроль за несанкционированными местами купания людей. Либо надо организовывать пляж с требованиями по безопасности. Говорили и о безопасности в областном центре. Заборы, машины и самостоятельно установленные блоки препятствуют проезду спецтехники. Мы еще раз обращаюсь к председателям КСК и ОСИ. Обеспечьте нормальную работу своих придворовых территорий. Поэтому мною дано поручение убирать все эти бетонные заборы. Так, у нас очень много всевозможных бетонных заборов по городу. Как будто бы любое учреждение – это какой-то секретный завод. Бетонный забор как поставят под 3 метра. Что там прятаться? Свободный сквозной проезд во дворах может предотвратить не одну гибель. И в первую очередь это должны понимать горожане. Касым-Жомарт Токаев еще в сентябрьском послании поручил внедрить в Казахстане трехзвенную модель уголовного процесса. Она отвечает высоким международным стандартам и применяется во многих развитых странах. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательством, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинения в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу. Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса началось 31 декабря прошлого года. Чтобы обсудить ряд связанных с этим вопросов, в Петропавловск прибыли генпрокурор Казахстана и министр внутренних дел. Вместе с акимом области им продемонстрировали эффективность нового подхода. В целом Серик Шалабаев, начальник управления уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК, отметил снижение количества привлеченных граждан к незаконной уголовной ответственности. Оправдательных приговоров нет практически. К сожалению, в прошлом году таких приговоров оправдательных было 67. Поэтому это наглядно показывает положительный эффект принятого закона. Сегодняшний наш визит связан с выездом в Северо-Казахстанской области. Это прежде всего оказать методическую и практическую помощь нашим коллегам.
Четко разграниченные полномочия между органами расследования обеспечивают своевременную защиту прав граждан. Каждая из стадий трехзвенной системы служит неким фильтром, который препятствует нарушениям. В целом, благодаря новой трехзвенной модели уголовного процесса, улучшился прокурорский надзор, увеличилась скорость реагирования на нарушения. Из 4500 процессуальных решений 4279 признали законными, а 347 отказались давать согласие. Новая модель исключает ведомственную заинтересованность и обеспечивает законность уголовного процесса. Детальнее исследовать внутренние органы и ткани, быстрее и качественнее диагностировать разного рода болезни. Сегодня в онкологическом центре запустили третий аппарат МРТ. С его работой и возможностями ознакомился аким области Кумар Аксакалов. В день здесь планируют принимать до 35 человек. Работать будут в 3 смены с 8 утра и до 5 утра. Так что теперь очередь на прием значительно сократится. Установка аппарата обошлась учреждению в 600 миллионов тенге. Услуги будут как платные, цена начинается от 13 тысяч, так и бесплатные по направлению от врача в рамках медицинского страхования. Мы на этом аппарате рассчитываем делать головной мозг, позвоночник, весь позвоночный столб, шейный отдел позвоночника, грудной, поясничный, для работы для нейрохирургов, работать для хирургов, брюшную полость для них делать и малый таз, конечно. Это все заболевания малого таза. Это для гинекологов, для урологов, исследования предстательной железы. Исследования проводятся в течение 30-40 минут. В зависимости от зоны исследования. Если это будет голова, то это 30 минут. Если мы делаем брюшную полость, то, конечно, человек должен знать, что полтора часа он будет лежать. Исследования будут проводиться как с контрастом, так и без контраста. С вводом в эксплуатацию этого аппарата очередь на прием сократится до 15-20 дней, уверяют специалисты. На один аппарат МРТ приходится до 100 тысяч человек. Сейчас в области их установлено 3, а в следующем году планируют докупить 2 новых. Это поможет полностью закрыть потребность в томографах и работать начнут согласно всем нормам. Ежегодно выделяется большое количество средств на приобретение медицинского оборудования. Вот только за последние 3 года порядка 10 миллиардов тенге было выделено для приобретения оборудования медицинского. В этом году еще 3 миллиарда тенге выделяется. Будет закуплено очень много оборудования как для городских больниц, так и для сельских наших амбулаторий, больниц районных. Среди них будет приобретено 2 компьютерных томографа, которые будут установлены в многопрофильную областную больницу и детскую областную больницу. Планы по закупу современного оборудования Кумар Аксакалов озвучил грандиозный. Осталось найти специалистов, которые будут на нем работать. Сегодня наша область до сих пор испытывает дефицит врачей. Чтобы исправить ситуацию, пришлось даже увеличить подъемные пособия. Это позволило привлечь в регион 128 специалистов. Прибудут они летом. В этом году наша страна отмечает 30-летие независимости. Без преувеличения можно сказать, что прошедшие 3 десятилетия являются самым ответственным периодом в истории народа. Сегодня областная ассамблея представляет собой эффективный институт, в котором все граждане активно вовлечены в процессы политического и социально-экономического развития региона. С 1 февраля 2021 года ассамблее дан старт благотворительным мероприятиям. Первой стартовала благотворительная акция «Жақсылық жаса», в которой приняли участие представителей всех этнокультурных объединений нашей области. Не один десяток поколений североказахстанцев создавали это социально-экономическое благополучие региона, которое строилось благодаря главному достоянию, миру и дружбе представителей свыше 100 этносов. Представители областной ассамблеи делились своими историями. У каждого свой путь, который привел их к своду Дома дружбы. Вся жизнь Марии Татаренко тесно связана с областной ассамблеей Казахстана. Это ее работа, общественная благотворительная деятельность. Здесь ее друзья и единомышленники. Начиная с 2019 года, моя работа связала меня с еще одной увлекательной деятельностью. Я возглавила дискуссионный клуб по изучению казахского языка «Мемле». Мы проводили уроки на базе Дома дружбы еженедельно, посещали люди разных возрастов, разных национальностей. За это время мы обучили около 30-40 человек. Важно развивать и укреплять семейные ценности в казахстанском обществе. В регионе на постоянной основе проводится духовно-нравственная, культурная и воспитательная работа. Помимо казахского, английского и русского языков, я изучаю польский язык, язык моих предков. Потому что человек без прошлого не имеет будущего.
Представители ассамблеи работают над созданием благоприятных условий не только для поддержания межэтнического мира и согласия, но и для решения социальных вопросов. В ходе сессии состоялось награждение активистов этнокультурных объединений, среди которых Ульфат Абасов. Помогали нуждающим людьми, детьми из школы, которые не смогут. Им помогали. Недавно была ураза, там я открыл на 150 человек плов готовили, стол открыли, люди пригласили, каждому кормили. Кто не сможет, домой старикам я отвез, помогал. И всегда, почти я там 5 лет работаю, всегда спрашиваю, детский дом, где, какой помочь. Всегда я помогал, поддерживаю. Казахстанская модель межэтнического мира и согласия признается мировым сообществом как одна из самых эффективных в мире. Председатель профессионального объединения по подготовке водителей Североказахстанской области Виктория Гиммельрайх обратилась к общественному совету города с письмом, в котором пыталась получить ответы на интересующие вопросы жителей. А звучат они так. Почему автодром в аварийном состоянии, когда он станет пригодным для приема экзаменов, и почему отсутствует необходимый транспорт? Весна-осень, грунт гуляет, эти моменты асфальт поднимается. Сейчас это все дело, скажу так, что с 19 числа был заключен договор. В устной форме и с ассоциацией представителей, с автошкол были, да, поступали нарекания там по автодрому. На сегодняшний день, 19 числа, был заключен договор, и буквально на этой неделе автодром приведем в соответствие. Представители общественного совета возмущены. Они предлагают создать независимую коллегиальную комиссию для максимальной прозрачности экзамена, разрешить фото- и видеосъемку для защиты от коррупционного влияния. Для участников сдачи экзамена должно быть право на свою аудио-видеозапись. Это защита от коррупционного влияния. Если раньше экзамены сдавались на территории города вождения, конкурсант мог пройти и посмотреть, где там какие находятся повороты, участки, почему это нельзя сделать с автодромом. В общественный совет города поступил вопрос от кооператива собственников квартир по благоустройству и асфальтированию дворов города. На заседании выступил и представитель жилищно-коммунальных служб. Также большое внимание уделено реконструкции ливневой канализации. За прошлый год реализовано 6 проектов за счет областного бюджета. Расходы за счет средств областного бюджета в сумме 11,5 миллиардов тенге. По следующим направлениям это устройство щебеночного покрытия. 350 миллионов тенге было выделено на 80 тысяч квадратных метров, обеспечение функционирования автомобильных дорог, 10 миллионов тенге, это благоустройство, а именно устройство тротуаров площадью 17,9 тысяч квадратных метров, функционирование системы водоснабжения и водоотведения, в том числе очистка канализационных вод. В сумме 116 миллионов тенге. Все замечания и пожелания общественности приняты к сведению соответствующих органов. В ТО Дайындык Кокаинского района уже завершают посевные работы. Осталось последнее поле. Каждый год здесь собирают не меньше 25 центнеров зерновых. В кампании 2021 задействовали 13 посевных комплексов. Отсюда и такой быстрый результат. Тем более погода позволяет. В день удавалось засеивать до 1000 гектаров, в то время как общая площадь в этом году составила 15 тысяч. Нынче посевная прошла, можно сказать, удачно. Условия для этого были созданы максимальные. Рабочий день начинается у нас с 7 утра и световой день. Условия, техника у нас обеспечена 100%, техника новая. Несмотря на жару на улице, условия работы на этой технике очень отличные. Кондиционеры, техника безотказная. Потому что ей в ТО уделяют большое внимание. Каждый год машино-тракторный парк пополняется новыми экземплярами. Буквально сегодня из Польши привезли первые 2 из 6 телег для перевозки будущего урожая. Со стороны вот государства мы полностью обеспечены ГСМом удешевленным. Вот, субсидии получили на гербициды, на удобрения полностью. Вот, все своевременно. Мы довольны своей работой. В этом году, если дай Бог урожай даст, я думаю, 30-летию мы дадим не меньше 30 центнеров урожая. Еще одно из крупных хозяйств в районе ТО «Иван Зенченко», основанное в 2013 году. На сегодня посевная площадь составляет 18 тысяч гектаров. 10 ушло под зерновые, 4 под масличные, а остальное под кормовые. Большие надежды у нас на урожай есть. Почему? Потому что технология вся выполнена, то есть подработка, прикрытие влаги, внесение удобрений. Сегодня, благодаря поддержке государства, у нас есть возможность именно достойно внести хороший вклад именно в качество нашей земли, чтобы она нам дала достойный урожай. Мы в этом году практически внесли, если по азоту считать, предел 30 килограмм на гектар. Это такого у нас тоже никогда не было.
Почему это происходит? Потому что здесь нужно отдать должное. Все-таки стоимость удобрений, которая субсидируется. И мы видим, что удобрение работает. Сегодня не только в этих хозяйствах, но и все сельхозтоваропроизводители благодаря поддержке от государства могут позволить себе ежегодное обновление машино-тракторного парка. Скажу, знаете, не только про себя. Сегодня приятно уже за крестьян, за фермеров. Едешь, смотришь, уже не та техника, которая раньше была, там ДТ-75, К-700 старые. И есть фермера, которые уже покупают иностранную технику. Это уже о многом говорит. Это вот именно и есть та цель, которую ставило государство, о том, чтобы и обновление парка, нового парка, современного парка. И я еще раз повторяю, что фермера, которые раньше не имели возможности, сегодня они уже глазом смотрят на современную технику, та, которая техника будущего. Всего по области в этом году аграрии засеют 4 миллиона 300 тысяч гектаров, 3 миллиона выделили под зерновые. Несмотря на жаркую погоду, посевная проходит по срокам и ориентировочно закончить ее планируют 3 июня. Большая поддержка со стороны государства. На субсидирование в области растениеводства выделено порядка 17 миллиардов тенге. Уже по всем направлениям субсидии, это минеральные удобрения, гербициды, инвест-субсидии. По всем идет прием, заявка и оплата по данным субсидированиям. В этом году, в принципе, стоит, как вы видите, на сегодняшний день жара, сильная жара стоит. Но для сева это не мешает. Конечно, если бы были дожди, будут дожди, в конце мая, начале июня, то это вообще способствовало хорошему урожаю. Если многие жители региона хотят, чтобы первый месяц лета был таким же жарким, то вот аграрии области, наоборот, ждут не дождутся прихода дождей. Ведь от них в конечном итоге и будет зависеть урожай. Один из самых грустных, трепетных моментов в жизни каждого ученика – прощание со школой. Это событие подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями. В этом году в Петропавловске 1046 выпускников, что на 100 человек больше, чем в прошлом году. Это очень знаменательный день для нас всех. Из-за санитарных норм мы были вынуждены разделить 4 11 класса в два потока. Один выпускник претендует на знак «Алтынбельга» и двое получит аттестат особого образца. Претендентов на Алтынбельга в Петропавловске 21 человек, из них трое с казахским языком обучения. В средней школе номер 6 имени Кожебергена Жирау 69 выпускников. Для 9-11 классов линейка прошла в штатном режиме, для всех остальных дистанционно. Это большая честь для меня закончить школу имени Кожебергена Жирау. Я очень волнуюсь, ведь этот знаменательный день бывает один раз в жизни. Выражаю благодарность всем учителям, которые были рядом на протяжении всех школьных лет. К слову, похвальными грамотами за хорошую учебу награждены 9 человек. Это двор многоэтажек по улице Жукова. Несколько месяцев назад жильцы на свои средства установили здесь 3 железобетонных блока, чтобы обеспечить безопасность детей. Рядом находится игровая площадка, а в метре от нее уже начинается проезжая часть. Сейчас это как убрали, да, шлагбаум не поставили, машина пройдет, и ребятишки опасны для жизни для детей. Лежать полицейские, да? Да, как ну, хотя бы так. А сейчас проходной уже будут замедлять как бы движение, а то же выезжают вот на скорости. В качестве альтернативы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предлагают жильцам установить лежачих полицейских, либо автоматические шлагбаумы и нанять парковщика, который будет дежурить на специальном посту. Проводится работа по демонтажу, мы убираем, освобождаем проезжие части автодорог, с целью того, что при случае возникновения внештатных ситуаций, пожары или любые другие происшествия, наши службы экстренного реагирования города смогли как можно быстрее прибыть, то есть беспрепятственно прибыть к месту вызова. С начала демонтажных работ сотрудники спасательного ведомства убрали во дворах города 8 железобетонных блоков и 12 металлических ограждений. Мейрам Рыспаев живет в Булаеве. Интерес к возрождению национальной культуры он проявляет уже много лет. Выражается это в изготовлении различных предметов быта. Так, например, из конского волоса он делает аркан. Веревку плетет таким же способом, каким пользовались и предки. Родился умелец в казахском ауле и с детства любил все, что связано с лошадьми. С отцом ходил на охоту, обучался всем тонкостям. Теперь он шьет одежду из шкур различных животных. Я был только на терсе. Это мех лисы. Перед тем, как приступить к работе с ним, шить изделия и другие вещи, его нужно хорошо размять. Этот момент на подготовительном этапе очень важен.
Мирам Рыспаев один из тех, кто вносит свой вклад в возрождение казахской национальной игры лянга. На овечью шкуру размером чуть меньше ладони вклеивают свинец или пришивают ниткой с пробитием отверстия. Чем длиннее мех, тем легче контролировать полет лянги. Дарит умелец их внукам и соседским детям. Иногда поступают и заказы. Немало в творческой мастерской семьи Рыспаевых и различных изделий из дерева. Помогает во всем его супруга Алия. Чем марком? Я всему училась у мамы, она была швеей, всегда сидела рядом и смотрела. После окончания школы я тоже выучилась на эту профессию. После окончания учебы 7 лет проработала на фабрике. Супруги Рыспаевы занимаются любимым делом не ради прибыли, а ради возрождения казахских национальных традиций. Глава семейства планирует приобрести беркута и стать беркучи, ведь это мечта его детства.